Парад принимал начальник Краснодарского территориального гарнизона, заслуженный военный летчик России полковник Виктор Ляхов. Каждый пятый житель Кубани не вернулся с полей сражений. О цене Великой Победы, обращаясь к ветеранам, говорил в своем поздравлении губернатор края Александр Ткачев. Глава региона подчеркнул, что в нашей стране нет праздника важнее и священнее. Почти 70 лет мы были уверены, фашизм побежден. И вот сегодня из-за событий на Украине мы задаем себе другие вопросы. Неужели война не закончена? Почему фашистская зараза вновь прорастает рядом с нами? И что самое отвратительное, прорастает в головах молодежи, фактически мальчишек. Как же легко им задурили головы, что они гордо называют себя наследниками Бандеры. И даже не понимают, чем гордятся. И от этого нестерпимо больно. Больно за ветеранов. Больно за героев, не вернувшихся с фронтов, за мирных людей, убитых и изуродованных гитлеровскими палачами. Мы всем сердцем и душой сегодня с украинскими ветеранами, лишенными праздника. Нас невозможно разделить, потому что победа в 45-м была общая, одна на всех. Вместе с нами на параде незримо присутствует и наш бессмертный полк, тех, кто не вернулись с фронта и не дождались сегодняшнего дня. Пока мы помним, что мы наследники солдат Победы, пока чтим подвиги наших отцов и дедов, нас не сломить. Мы никогда не позволим повернуть историю вспять, потому что у каждого из нас в сердце живет огромная любовь к своей стране, к своей любимой родной Кубани. Вечная память героям, павшим в боях с врагом. Слава нашему народу-освободителю! Ура! Чеканя шаг по площади прошли ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов. Отдельная ордена Жукова бригада специального назначения «Лучшая в вооруженных силах России». Курсанты Краснодарского филиала Центра военно-воздушных сил, пограничники, сотрудники МЧС, подразделения МВД, казаки Екатеринодарского отдела. 19 единиц боевой техники, ракетные комплексы «Точка» и «Искандер», легендарные БТР-80, бронированные «Тигры», зенитные комплексы «Игла». Завершился парад песней «День Победы» в исполнении курсантов высших военных училищ. Гости и жители Краснодара долго не расходились. Многие поздравляли ветеранов, дарили им цветы.